сейчас идем на третьем месте, Краснодар на четвертом. И такая плотность, и ни в коем случае нельзя терять очки там. Многие считают, что у Краснодара некий спад. Оценишь их игру? Спад. Ну да, в принципе, не так, наверное, удачно начали, как они хотели. Вот, но сейчас выправили ситуацию. И играют в атакующий футбол. Вот, и неплохо выглядят дома, да, особенно при своих трибунах. Будет сложный и одновременно интересный матч, вот, потому что приятно все равно с такими командами играть, которые и тебе дают, и сами играют. Немного о твоей форме конкретно. Ты говорил, что у тебя, по сути, зимняя подготовка скомканная получилась, ты сейчас должен набирать. Вот на сколько процентов набрал уже? Ну, не знаю, мне кажется, лучше тренеру судить, в каком я состоянии. Вот, ну, чувствую вроде себя неплохо, да, но все равно, конечно, 2 месяца без игровой практики – это слишком большой отрезок. Вот, тем более все ребята прошли сбор, а я ни одного не провел, но все равно, конечно, сказывается. Ну, эмоционально можно сказать, что если физически пока не на 100%, то эмоционально, с учетом рождения ребенка, забитого мяча, ты сейчас явно на подъеме. Ну да, конечно, есть определенный подъем, и, надеюсь, его не растеряю. Ты долго жил в Краснодаре, а Краснодар традиционно для московских болельщиков один из самых массовых выездов. Может быть, посоветуешь болельщикам, какие места стоит посетить, где погулять? Я уже говорил в каком-то интервью, вот есть такая программа TripAdvisor, там выбираешь кафе, ресторан и так далее, и по ценнику. Вот, и каждый может себе выбрать, что ему нравится. Ну, про Красную улицу, я думаю, все знают, я думаю, не стоит напоминать.